Здравствуйте, пастор. Благодарю за сайт. Он как глоток живой воды. Я думала, что я ненормальная, когда не могла удовлетвориться тем, что происходит в нашей церкви. Там нет Бога. Я спрашивала себя, а где же чудеса, где сила Божья, когда бесы убегают, когда мертвые воскресают? Я стала искать Бога, и вот вышла на ваш сайт и поняла, что есть такие же люди, которые жаждут Бога. Спасибо вам, дорогие, и спасибо нашему любимому отцу. Когда я прочла ваши проповеди, я полночи не спала, не могла, плакала. Спасибо вам. Я молюсь, чтобы и в нашей церкви поднялись жаждущие люди. Всех вам благословений. С уважением, Любовь Кудряшова, Сахалинская область, Церковь Благодать. Привет, Transformation Center. Люблю Господа и вас. Благодарю за те огромные благословения, которые получаю через ваши проповеди и учения. Буквально вишу на вашем сайте и, честно говоря, даже чувствую уже частью вашей церкви, отчего мне очень приятно. Я действительно не просто кушаю, а конкретно наедаюсь, когда включаю CNL или качаю проповеди с сайта. Я вас очень люблю и молюсь за то, чтобы церковь в наших дней пробудилась и перестала спать на задней лавочке. Люблю вас и благословляю, брат во Христе. Пастор Андрей, я посещаю ваш сайт почти месяц. Моя жизнь меняется после каждой проповеди, которую я слушаю. Благодарю Господа за то, что Он дал дерзновение и силу проповедовать истину. Будьте благословенны. Ольга, Россия.